В феврале текущего года вступит в силу ряд государственных законов Российской Федерации. Какие изменения произойдут в законодательстве, смотрите в следующем сюжете. В силу постановления правительства Российской Федерации от 24 января 2019 года с 1 февраля на 4,3% увеличатся многие социальные выплаты. Именно такой процент составила инфляция потребительских цен в 2018 году. Увеличение коснется социальных выплат, пособий и компенсаций, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. Также будут проиндексированы суммы выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. С 1 февраля выплаты пенсий военным, полицейским, пожарным, лицам, служившим в Национальной гвардии и Федеральной службе исполнения наказаний, постепенно будут переводиться на карту МИР Национальной платежной системы. Нововведение коснется и членов их семей, получающих какие-либо социальные выплаты. Постепенный переход продлится до 1 июля 2020 года, после чего начисления будут производиться только на карту МИР. Также в феврале завершается так называемый период амнистии капиталов, который начался с 1 марта прошедшего года. В течение этого периода граждане должны были добровольно задекларировать имеющиеся за рубежом счета, вклады и имущество, не переводя при этом свои активы в Россию. По мнению законодателей, закон снизит риски, связанные с нарушением налогового законодательства и совершением финансовых преступлений.